Подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья в Тверской области в 2021 году рассмотрена на заседании регионального правительства, которое 2 февраля провел губернатор Игорь Руденя. Глава региона поставил задачу решать все вопросы заблаговременно и в плановом режиме. В начале заседания губернатор отметил, для мониторинга паводковой обстановки завершается формирование 26 гидрологических постов на водных объектах Твери, Осташковского и Нелидовского городских округов, Андреапольского, Западнодвинского, Пеновского муниципальных округов, Торопецкого, Максатихинского и других районов, где расположены водоемы и существует риск подтопления населенных пунктов. 11 муниципальных образований, которые подвержены в случае, так сказать, очень высокой скорости таяния снегов, подтоплению. И там мы понимаем, что не просто живут люди, у них там хозяйство, дома. Поэтому тоже задача стоит очень внимательно следить за уровнем воды. Между тем, синоптики пока не прогнозируют стремительной весны. В ближайшее время в регион, наоборот, придут сильные морозы. Ночами до минус 25. Во-вторых, уровень воды в водоемах явно не дотягивает до максимальных значений. Да и снегопады были обильными далеко не во всех районах. В этом году еще ситуация, западные районы наши, Белые, река Обшая и Жарковские, у нас безоговорочно всегда тонули. В этом году там осадка выпала меньше нормы, в отличие от востока и северо-востока нашей области. Это район озера Осташков, Малога, Максатиха и так далее. Тем не менее, мы не можем ждать милости от природы, уверены областные власти. Регион должен быть готов на случай сильного паводка. В частности, известно, что в местах подтопления будут работать почти 9 тысяч человек, более 3500 единиц техники, плавсредства, летательные аппараты. Министерству транспорта региона и главам муниципалитетов также поручено установить постоянный контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода. При необходимости оперативно провести работы по их очистке и ремонту. Как только, к сожалению, эта ситуация не выполняется в регламентном режиме, нам потом приходится заниматься экстренным восстановлением дорог. Поэтому сейчас задача стоит, всех, кто содержит эти дороги, должны ежедневно проверять состояние этих водопропускных сооружений, труб, коллекторов. Напомним, что в Верхней Волжье насчитывается более 1200 мостов, почти 32 тысячи водопропускных сооружений. Данные ежесуточного мониторинга их состояния направляются в управление МЧС и Дарфонд региона. Кроме того, губернатор Игорь Руденя поставил задачу до 16 марта провести проверки готовности гидротехнических сооружений к пропуску дополнительных объемов воды, актуализировать резерв материально-технических ресурсов, сил и средств, а также наладить мониторинг ситуации в соседних регионах. Свободных емкостей в водохранилищах достаточно для приема паводковых вод. На протяжении февраля месяца будут все гидротехнические сооружения обследованы комиссионно. Разработаны мероприятия для обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья. Как подчеркнул Игорь Руденя, в этой части нужно усилить контроль за регулированием режимов работы водопропускных сооружений. Как известно, Верхнее Волжье активно занимается восстановлением популяции ценных пород рыбы. Только в минувшем году Тверская область стала лидером в ЦФО по этому направлению с показателем 6 миллионов 600 тысяч штук. В 2021 году эта политика будет продолжена. Водоемы региона планируется выпустить личинки и молоть щуки, стерляди, сазана, судака. Всего более 4 миллионов штук.